Fucker. Всем привет! С вами полицейский Рэмси. Заменяю сержанта, так как он заболел в такую-то погоду. Ну ладно, погнали. Сейчас сержанта снимаю я в любую погоду. Будь то дождь, а будь то зомби-апокалипсис. Да, ублюдки? Я знаю, знаю. Выгляжу я просто прекрасно. Уже в моде сделано крайне классно. Перезарядка производится по нажатию на экран. На оружие можно нацепить самые разные модули. Есть такая система, то что ты кладешь в определенный слот инвентаря, и у нас надевается, например, наш прицел, как на этой эмочке. А если долго не взаимодействовать с экраном, то у нас появляется анимация просмотра вооружения. Также можно вызвать путем нажатия по экрану. Правда, и без багов тоже не обошлось. Но тем не менее, мод постоянно обновляется, так что тут ничего особо страшного нету. Хотя тут, скорее всего, из-за моей старой версии, поэтому лучше используйте 1.20. Похожим образом мы также можем надеть на наш калаш модуль. Вот, например, он будет с вот таким вот достаточно прикольным прицелом, который выполняется достаточно классно, так скажем, преемственен моду Modern Warfare, что очень круто. Глаз порадуют и визуальные эффекты, конечно же. Выполнились они также очень классно. В принципе, здесь все, от анимации до стрельбы выполнено хорошо. Правда, присутствуют, конечно же, некоторые баги. Тестование каждого оружия сопровождается приятной достаточно глазу анимацией, ну, собственно говоря, у нас с вводом затвора, как, в принципе, тот же самый КС, не знаю, стендов, ну, в общем-то, так скажем, современным шутером, собственно говоря. МПП также имеет прицел, как вы видите, достаточно, на самом деле, красивый. Ну, еще раз повторюсь, мод лучше всего идет с версии 1.20.40, так как на более ранних версиях будут баги, вот, например, как сейчас. Кроме всего прочего, в этом моде реализована механика скинов. А именно, можно поставить скин на ревитер, то есть дробовик в данном моде. Ну, достанем. Это не то, у нас М4. Вот у нас, как выглядит наш ревитер. На самом деле, очень классно. Такие вот приятные, так скажем, то ли шейдеры, то ли партиклы. Ну, прикольно. Блин, звук, отдача, визуальные эффекты, эти вылетающие гильзы. Как же классно, черт. Ну, блин, тут просто кайф, на самом деле, убивать зомби. Особенно на вот таких вот картах, где они прям спавнятся. Вообще класс. То есть, ну, зомби-апокалипсис, на самом деле, здесь неплохо пойдет. Ну и, конечно же, мод очень хорошо оптимизирован, так как, ну, такую картинку пока что телефоны, в принципе, выдавать не могут. Ну, а здесь же просто, так скажем, от третьего лица оружие выглядит не так классно, но при этом от первого лица, ну, выглядит, так скажем, выше всех похвал. То есть, вполне можно сравнивать с тем же самым Modern Warfare. Очень классный мод. На основе вышеперечисленного могу сказать то, что мод хорошо подойдет для различных батл-роялей, для серверов, то есть... В общем-то, он для этого просто идеален. Так как в отличие от своего аналога на ПК, он не настолько жирущий. То есть, да, вы видите сейчас на записи подлаги. Но без записи, в принципе, тут все будет очень и очень плавно на самом деле. Учитывая, что здесь еще накатаны шейдеры. То есть, вы понимаете, насколько, в принципе, этот мод хорош. При этом выглядит он просто охрененно. На этом у меня, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Лайкайте, комментируйте. Всем пять.